Дорогие товарищи, сейчас начинаем передавать прогноз погоды на завтра. Цветочек, у нас не стриптиз погоды, у нас прогноз погоды. Ты что делаешь? При чем тут прогноз погоды? Я спонсора рекламирую. А это какой у нас выпуск спонсор-то? При чем тут выпуск-то? Я своего личного спонсора рекламирую. Толик, ты был вчера зебест. Это ты где вчера была-то? В ночном клубе отрывалась. Пила джин с Толиком. Слышь, что, оторва, стань смирно, надо прогноз погоды прочитать. Итак, завтра, по сведениям гидрометцентра... Что такое? Чё-то мне спину пояснит, ступил прямо. Ух, допрыгала с ним фетка старая. Нет, а ты ступай мне поясницу, это к дождю. Ясно. Завтра на север... Где боли? Тут что? Вот здесь, во второй, третий, вот тут. Поняла. Завтра на северо-востоке страны пройдут дожди. А! Чего такое? Хрустнула. Возможно, гроза. Не, вообще отпустила. Возможно, грозы и не будет. Ну, вообще, покалывает. Матрён, пошиши спинку, а. Значит так, к югу завтра циклон, к северу антициклон, к востоку штурмовой фронт, в Петропавловске-Камчатском полночь. Матрён, пошиши еще на юг-западе. У меня там давление скачет. Поняла. Значит, завтра в черноземных областях страны ожидается понижение давления примерно до 200 миллиметров ртутного столба. Хорошо тебе, нет? Вообще хорошо. Даже нос зачесался. Видимо, к выпечке. Выходные ожидается до 40 градусов внутрь и по нулям. Понедельник утром полный туман, сушняк и отходняк. Все. Нет, все. Возможно, к вечеру дождь со снегом, порывы ветра 15-20 метров в секунду, видимость 20 метров. Это ты откуда все узнал? Сегодня по радио объявляли. Слышь, знаешь что, все, хорошо, давай какую-нибудь песню про погоду, про московскую споем. Ледяной горою айсберг из туману возвращает. Ты где айсберги видел? Осень на дворе. Осень, меня милый поматросил. Перестань поясничать. Давай что-нибудь доброе, вот такое, например. Про дождь, мужа? Давай. Снова дождь рисует мне на заплаканном окне твой суровый силуэт, Матрёна. Перестань! Надо добрые песни петь. Вот такие вот. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Снег ли в дождь в любое время года, надо по 100 граммов принимать. Ну пьянь же, голимая пьянь, ну, а? Ну почему пьянь-то? Я, может, валерьянку принимаю от нервов. Тогда мне рецепт давай. Записывай. Берешь стакан, наливаешь 100 грамм водки, добавляешь 7 капель валерьянки, 3 раза в день натощак, нервов нет вообще. Ну, я же говорю, пьянь голимая. Ну, что такое, а? Вот мне все равно, какая погода на улице. Главное, чтоб что? Главнее всего погода в доме. А все другое суета, есть я и ты, а все, что кроме... Легко исправить с помощью спирта. Ну не нервничай. Пойдем в валерьяночки, лучше по 7 капель примем, и все. Граждане, по техническим причинам прогноз погоды отменяется. Желаем вам здоровья, рецепт знаете, хорошей вам погоды. Поехали. Главнее всего... Люпини сюда. Чего тебе, кучерявенький? Ко мне. Значит так, бабочки, у нас назревает абсолютно безвыходная ситуация. Иди сюда. Скоро выборы в Государственную Думу. И нам нужно срочно выдвинуть кандидата от кривого зеркала. И что делать? И я думаю, что этим кандидатом будешь ты, бабушка. Сейчас. Только валенки зашнурую. Бабушка, дорогая моя, ты не понимаешь всей значимости момента. Мы тебя выдвигаем кандидатом по одномандатному округу. Со
сынок, ты сейчас с кем разговариваешь-то, я не понимаю. Значит так, объясняю популярно. Ты, бабушка, станешь депутаткой и получишь депутатскую неприкосновенность. Мне не нужна твоя неприкосновенность. Мне наоборот, хочешь, чтобы ко мне прикасались? Да. Ты что, ты вот что к нам пристал? Мы артистки. Да, и? Вы артистки? Конечно. Вот в Думе там артистки. На кой ей Дума? Что ты говоришь-то? Дума ей нужна. У нее и так одна из вильни, и та не в башке. Да. Ничего? Ничего. У нас, нет, как это? Пролетит на выборах-то, как трусы без резинки. Ты чё? Да. Милые мои, у нас для того, чтобы стать депутатом, одной из вилли вполне достаточно. А-а-а. Вы же не понимаете свои выгоды, бабушка, смотри. Значит так, ты получишь персонального шофера, у тебя будут одни права и никаких обязанностей, койко место в Думе, спишь и нажимаешь на кнопочки. Красота. Вот это да, депутаты неплохо устроили, но... слышь, Цвета. Ну, почему я-то что, другого дурака не нашлось, что ли? Не, не нашлось. Ты у нас, бабулька, самая самая мудрая. И что? Я ближе к народу, конечно. Ну да, ты ж ближе всех к земле. Ты стоишь, я же говорю. Ты что, хочешь сказать, что я одной ногой в могиле, что ли? Подожди, там в этой Думе тут все мудрые такие же, как я, что ли? Да, там точно такие же, только мужики. Да. Точно такие. Мужики! Ну? А что ты раньше не сказали? Все, тогда готовы я. Ну тогда давайте, давай. Я готов, выбирайте. Мужики, давайте, выбирайте. Бабушка, бабушка, значит так, для начала тебе нужно пиариться. Это сейчас пиарить будет. Что больше, что ли, пиариться-то? Нет, ты не понимаешь, что ли? Пиариться, это значит... Имидж кайфовый создавать, понимаешь? Чтобы людям понравилось. Поняла, поняла. Ну давай тогда пиарься меня. Давай, все. Значит так, бабушка, ну-ка, сделай умное лицо. Умеешь получаться вообще? А погоди, погоди. Сынок, сейчас исправим. Ну-ка, сколько дрожжей нужно на килограмм сахару? О! Отлично! Бабушка Эйнштейн, закрепили. Так, теперь улыбнись. Да не так сильно, лошадь Бржевальского, распугаешь тут всех. О, гляди, отлично! Гляди, Джоконда, мумия засушенная. Если тебе нужно будет встречаться со своими избирателями, значит так, сначала улыбайся, потом делаешь умное лицо и начинаешь пудрить мозги. Пудрить это мы могем, могем. Давай, ага, давай, пудрить, давай, могем. Давай, давай. Что надо говорить-то, как вот выступать-то? Да подожди, что, значит так, для начала, если тебе вдруг нужно будет перед избирателями выступить, ага, ты должна потренироваться. Ну-ка покажи, как ты будешь выступать. Давай. Дам-ди-дам-ди-дам-дам-ди-дам-ди-дам-ди-дам-ди-дам-ди-дам-ди-дам. Каким дядам? На кой ты нужна, дядам? Дам-дядам. Тебе надо речь толкать. Ну? А ты стоишь, дергаешься, как эта певица, это костями бракает. Дойди, Кристина Орбакайте. Ну а что мне людям-то говорить-то? Сейчас, подожди. Вот, читай по бумажке. Держи. Давай. Урод, я беременная. Программа избирательная, давай. Давай, читай, читай. Чё всем ты? Сестрам по серьгам, каждой твари по харе, дедам мороженое, бабе цветы. О, изумительная программа. Теперь так, если вдруг эти избиратели, уважаемые, начнут задавать тебе разные там вопросы, тогда, чтобы совсем не показаться идиоткой, ты должна отвечать коротенечко. Значит так, запоминай. Подонки! Однозначно подонки! К сожалению, эта фраза запатентована, повторять мы ее не имеем права никакого. Значит так, будешь отвечать следующее. Если тебя спросят, поднимут ли зарплату, отвечаешь,
Без базара. Без базара. А если спросят, будет ли очередной кризис, отвечаешь, не дождетесь. Не дождетесь. Отлично. А если спросят, скажите, пожалуйста, будем ли мы жить лучше? Скажи, сто пудов. Сто пудов. Да, а если вдруг какой-нибудь избиратель решит спросить тебя, а связаны ли вы с мафией? Отвечаешь? Не гони ботву, осел. О, закрепи ручку. Значит так, запомнила? Без базара. Репетируем. А скажите, пожалуйста, поднимут ли зарплату бюджетникам? Не дождетесь. Нет. А будет ли очередной кризис? Сто пудов. Ты все перепутала. Не гони ботву, осел. Так, бери ботинку, старуха, ты что делаешь? Без базара. Бабушка, да тебе лечиться нужно. Не дождетесь. Ну, что она делает? Не пойдешь? Гони ботву, осел, без базара. Я не дождетесь. Не гони ботву, осел. Что такое? Без базара сто пудов. Ситуация, дохлый домик. Не гони ботву, осел. Придется выдвигать свою кандидатуру от партии яйцеголовых. Понимаю. На тебя, сынок, держи расческу. Зачем мне расческу? Чеши отсюда! Чеши отсюда! Нет, я не могу! Я не могу!